позвал на свидание. А как же твой парень? Да нафиг этот парень, этот Витя столько зарабатывает. Иди. Это вообще-то не очень хорошо. Ой, Ира, ты своими принципами тянешь нас на дно. Ну что, девочки, повеселились и хватит. По домам, да, пойдем? У нас просто завтра экзамен, если вы не забыли. Какой по домам? Ты че? Тусить? Не, ну ты, конечно, хочешь домой, но мы с тобой идем тусить, да? Да, конечно. Ты такая скучная. Бери пример с Виолетты. Виолет, слушай. Я, короче, с Эсси стала. И вообще с парнем рассталась. Я сейчас с квартиры, блин. Ты, конечно, извини, у меня... Все, давай, пока. Блин, мне кажется, я немного поправилась. Ну, так ты в зал собираешься? Конечно, собираюсь. С понедельника. Изабель, сегодня понедельник. Ну так я форму новую жду. Сейчас форма спортивная придет и сразу в зал. Ну что, ты в зал идешь? Нет, ну вот приду я сейчас в зал, и что? Я же никакие упражнения не знаю. Я вот сейчас смотрю один канал, фитнес, и вот подучу упражнения и приду сразу. Без тренера заниматься вообще нельзя. А на тренера деньги нужны. Вот подкоплю и сразу же пойду. Надо сначала решить, в какой зал пойду. В тот, который через дорогу, или тот, который на Смоленской. Сегодня я устала, а уставшими в зал не ходят. Нет, ну ведь при тренировках правильное меню нужно. Составлю и сразу в зал. Кроссовки сначала новые куплю. Сейчас Машка приедет, мы с ней вместе в зал пойдем. Нет, ну это уже полный. С понедельника точно в зал. Любимый, я так хотела тебе приготовить утку по-пекински, но мой телефон сломался. Прям перед 8 марта. Вот совпадение. Звонила Катя. Представляешь, она выбила своему парню зуб сковородкой. А ведь ему просто не нужно было дарить ей эту гребаную сковородку. Да, любимый? Представляешь, мне приснилось, что ты мне подарил сумочку от Гуччи. А сегодня, кстати, четверг. А сны с четверга на пятницу вещи. Ты знал? Ну так теперь знаешь. Зайчик, тебе срочно нужно почистить свою карму. А для того, чтобы почистить свою карму, в интернете написано, нужно сделать подарок своему любимому человеку. Я ведь твой любимый человек. То есть как это ты в это не веришь? Ты что, хочешь испортить свою карму? Не советую. Блин, тебя же еще покормить нужно. Что такое? Что? Жирела прямо на глазах. Ты посмотри, я же целюсь, свисаю. Жирела вообще. А ты что чихаешь-то? Блин, не знаю, решил мне аллергии на собаку, чужие собаки. Странно. Я собаку купила! Блин, ты что с ума зашла? У меня же аллергия на собак! Сегодня же выходной, можно еще поваляться. О, сегодня же выходной, можно поспать. А, блин, погулять с собакой. Тони, ты опять погрыз мой ботинок. Ну ладно, не обижайся на меня, я тебя все равно люблю. Все, диплом готов. Интересно, а если я закрою ноутбук, файлы сохранятся? Ой, да конечно сохранятся, я всегда так делаю. Где мой диплом? Вообще, конечно, сегодня дождь обещали. Может, зонт взять? Ой, да дождя по-любому не будет. Погода просто огонь. Да ладно, пофиг. Надо было взять все-таки этот зонт. Ой, какой милый котик. Но он, наверное, блохастый. Ой, да этот точно не блохастый. Ну и блохастый же кот оказался, а? По-моему, эта тоналка темновата. Да здесь просто освещение такое. Нормальная тоналка. Привет! Блин, а чего интересно, я так все смотрят, а? Так, все, я побежала. Блин, ключи интересно взять, не взять. Ключи? Зачем тебе еще эту тяжесть таскать? Пофиг. А ты давно скоро придешь? Ну что у тебя случилось? Мой парень не изменяет. Да не может быть такого! А ты знаешь, с кем он тебе изменяет? Нет, это курица. Да не переживай, не переживай. Мы обязательно найдем с тобой ту стерву, с которой...
меняет. Я ведь твоя лучшая подруга. Боже мой, я тебя так люблю. Мне никаких подарков от тебя не нужно. Что с моей машиной? Там всего лишь маленькая царапина. Главное, Сережа, запомни одну простую истину. Как я 8 марта встречу, так ты год и проведешь. А теперь можно поздравлять. Так, на утренник сходили, Наталью Петровну поздравили. Сейчас еще надо школу тюльпаны завести. Просто разбери эту гребаную елку. Так, позвони и поздравь Наталью Васильевну. Че ее поздравлять? Она вообще не наша родственница. Здравствуйте, Наталья Васильевна, с 8 марта вас. Нет, я замуж еще не вышла. Нет, детей тоже не родила. Да, знаю, что тикают. До свидания с 8 марта. Капец, весь день сегодня без дела сижу, и никто даже не позвонит. Ну, конечно, именно сейчас. Алло. Здравствуйте, вас приветствует компания Наипон. Новые современные мухобойки по... Очень ответственный момент. Сегодня у меня получится нарисовать ровные стрелки. Не сейчас. Занимаешься спортом? Напиши в комментариях. А почему вы мне не сделаете ремонт? Так, лобзик я купила. Что еще нужно купить? Я не поняла. Что? Я не понимаю по-узбекски. По-таджикски тоже не понимаю. Я вообще никак не понимаю. Алло, Кать, а можно я к тебе домой помыться приду? Вы вообще-то обещали, что сделаете все за 2-3 дня, а я уже третью неделю в пыли живу. А обязательно было разводить вот такой срач? Это не срач, это работа. Извините, а вас не смущает, что ламинат вот здесь и здесь разного цвета? Ладно, пап.